Евросоюз запрещает одноразовые пластиковые изделия. Соответствующий закон утвердил Европарламент. Ограничения распространяются на посуду, ватные палочки, коктейльные соломинки, палочки для воздушных шаров и другие одноразовые предметы из пластика. Инициатива ограничить использование пластиковых изделий в Европарламент поступила еще в мае. Ее сторонники настаивают, использованные одноразовые предметы не подлежат переработке и только засоряют окружающую среду. В первую очередь запрет призван повлиять на решение проблем загрязнения Мирового океана. По заявлению одного из членов парламента, если ничего не предпринять, к 2050 году в воде будет больше пластика, чем рыбы. Видимо, такие аргументы убедили евродепутатов. Закон поддержали 571 человек, против голосовали только 53. Пластик засоряет наши пляжи, он убивает наши океаны, убивает животных, попадает в желудок рыб и убивает их. И в конце концов он попадает в наши тела и влияет на наше здоровье. Есть недорогие альтернативы, не всегда европейские, поэтому мы меняем ситуацию. Такими были мотивы и рассуждения нашей комиссии. Впрочем, под запрет попали не все одноразовые предметы. Использование пластиковых стаканчиков для питья предложено просто ограничить. В европейских водах каждый год оказывается около 150 тысяч тонн пластика. Это лишь небольшая часть из 8 миллионов тонн по всему миру. Новый закон вступит в силу к 2021 году.